Хорошие новости, Человек-паук. Мэр наконец приструнил Соболь Интернешнл. Больше никаких арестов жителей города без ордера. Верно, они поняли, что рейтинги падают. Чистая победа на этом фронте. Ну, не совсем. Рядовые агенты Соболи винят тебя в том, что их лишили кормушки. Теперь они будут охотиться на тебя еще усердней и яростней. Я бы удивился, если бы сезон охоты на меня вдруг закрылся. Пусть попробуют, я готов. Агенты Соболя! Вот кого я как раз не хотел видеть! Демоны развернули в городе воен... Жители верхнего этажа от вашего шума совсем не в восторге! Так, я не шумит. Особо не должен мне спасибо сказать. Не, за что бы. Потерял их. Но уверен, когда-нибудь найду. Всем постам! Захват заложников. Беглые заключенные угнали автобус. Происшествие недалеко от Лонгакра. Эй, если вам так нужны друзья, затусим вместе. Мы закончили. Да.
Жаль, что эти беглецы не придумали на свободе ничего лучше. Начали бы вязать. Этим копам нелегко. Надо помочь. Засада! На меня? О, право, не стоило! Так, капитан, я на месте. Давай. Носорог штурмует участок в верхнем Вестсайде, электро в верхнем Истсайде. Без твоей помощи нам не справиться. Выбирай участок, там одинаково паршиво. Всем постам, 10:43, полицейские под обстрелом. Происшествие рядом с Таймс-сквер. Соблюдайте осторожность. Ветеранском центре в Гарлеме? А что там? Люди с Райкера требуют еду и припасы. Персонал заперся внутри, но долго не продержится. Мы с Майлзом поехали туда, чтобы вывести сотрудников. Мэй, не делай ничего сама. Встретимся в Гарлеме. У Мэй измученный голос. Надеюсь, она не больна. Надо помочь Юре, а затем в Гарлем. Хищение в крупных размерах — норма для рынка продуктов. Тебе нужна еда, паутина! Попробуй взять! О, отдел вас тут стол для крутых! Снова на остров Райкера. Юри, я рядом с участком в верхнем Истсайде. Хорошо. Электро и демоны не дают продыху моим людям. Ситуация непростая. Увидишь сам. Умеешь ты заинтриговать, Юри. Трансформаторы подают энергию в здание, заперев там полицию.
Юри, не просто, это мягко сказано. Придется отключить трансформаторы, чтобы освободить двоих. Даже если тебе это удастся, им понадобится твоя помощь с демонами. Ну так я здесь. Готовы решить все электрические демонические проблемы. Всего 5 трансформаторов. Еще 4 железки. Два сдохли, 3 осталось. Я не скучал по Электро с его суперзлодейскими штучками, пока он был на плоту. Запереть полицию с помощью 10 трансформаторов? Кто так делает? Отлично. Осталось 2. Последний трансформатор, удерживающий полицию, свисает с того вертолета. Да. Думаю, впервые эти слова были произнесены в таком порядке. Полиция свободна, но демоны не отступают. Придется им помочь. В безопасности. Что дальше? Иди в верхний вестсайд. Мы там спасаем гражданских, но нам мешает носорог. Он всегда мешает. Я иду. Всем постам. Сообщение от Майлза. Эй, Пит, слушай, Мэй попросила позвонить тебе. В ветеранском центре все плохо. Зэки пытаются выломать двери. Здесь Мэри Джей, мы пытаемся вывести людей через подвал, но нам нужна помощь. Надеюсь, ты скоро будешь. Надо заканчивать с участками и спешить в Гарлем. Внимание! По полицейскому фургону открыли огонь. Всем машинам у Файрхауса, у нас вызов. Меньше всего нам нужны еще... Разве так нужно вести себя в случае ДТП? Человек-паук, прикончите его! Полный набор. Как мило, что вы спасаете своих друзей. Носорог движется, но бывшие гости Райкера громят ваши полицейские баррикады. Я помогу уравнять шансы. Давай. Если баррикады падут, людям внутри придется худо. Спасибо, Человек-паук. Теперь помоги на других. Прежде носорог не бежал от драки. Видимо, он выполняет приказы доктора Октавиуса, быстро нападает на команду экстренных служб и отступает. Спасибо, Бурчок! Иди на другую баррикаду, они ждут!
Паук наверх! Преступники стреляют из РПГ! Они разнесут здание! Этого не должно случиться! Иду! Одна крыша чиста. Берегись человека пауку быстро! Мы разрушим это здание! Вижу главную цель. Перехожу к умиротворению. Есть более простые способы просить автограф. Реактивные ранцы? Кто додумался дать этим парням реактивные ранцы? Ребята, мы на одной стороне. Давайте хотя бы сначала разберемся с зэками. Нарушители умиротворены. Умиротворены? Кому-нибудь еще показалось, что повеяло Оруэллом? Или только мне? Что, никому? С беглыми зэками покончено. Теперь надо разбираться с летучими обезьянами Соболя. Юрий, участок в безопасности. И я только что узнал, каково быть приоритетной целью Соболя. Гадость. Будешь знать, как смеяться над международными наемниками. Да уж. Ладно, отключаюсь. Позвони, если обстановка накалится. Хорошо. И спасибо. Ты дал нам возможность сражаться. Так. Надо спешить в ветеранский центр в Гарлеме. Помочь Мэй. Питер, наконец-то! Ты нужен нам в ветеранском центре. Где ты? Меня задержали. Как вы? Что происходит? Преступники подожгли здание. Мы вывели персонал, но мы с Майлзом остались внутри. Я пытаюсь найти путь к ним, но огонь распространяется слишком быстро. Оставайся на месте, МДЖ. Я разберусь. Только быстрее, Би. Быстрее! Это самые жуткие злодеи, которых я встречал за последние полчаса. Джей, стой на месте! Не хочу, чтобы тебя тоже пришлось спасать! Питер, не сходи с ума, дождись помощи! Мэй! Мэй! Сюда! Мы здесь! Держу! Держись! Тетя Мэй, вы целы? Пробирайтесь к окну! Слишком далеко! Держись! Только держитесь! Давай, глупый кусок! Ну же, Мэй, я спасу вас! О, Господи! Давай! Вперед! Майлз, давай! Нет! Тебя.
Найджела. Все спасены. Эмджей, если бы не вы с Майлзом, я был бы... Мертв, как и я те 100-500 тысяч раз, что ты спасал меня. Так что я все еще перед тобой в долгу. Умно. Послушай. Мне жаль, что я все испортила. Просто нелегко быть той, которую все время спасают, понимаешь? Иногда я и сама хочу спасать. Прости, что заставил тебя чувствовать, будто ты не можешь. Мы все еще партнеры. Как всегда. Эй, я не знал, как ты любишь, с газом или без, минеральную или из горных источников, так что принес по одной каждого вида. Я не вовремя? Нет, мы с МДЖ, с мисс Уотсон, обсуждали стратегию. Стратегию? Да, верно. Город в опасности, и ему нужна наша помощь. Помощь всех нас. Ладно, командуй, тренер. Ладно. Разделяй и властвуй. Мисс Уотсон, нам нужна вакцина от дыхания дьявола. Аскорб что-то создает, но они не смогут защитить свое детище от Октавиуса или. Нам нужно найти лекарство и защитить его. Я проверю кое-что. Майлз, тебе придется стать моими глазами и ушами в пир. Будет что-то не так? Звони. Мы должны обеспечить безопасность центра и его обитателей. Ладно, а что будешь делать ты? Шайка безумцев в костюмах разрывает город на куски. Пора уделить ей внимание. Ясно. Погоди, а как? Я тебе позвоню. У тебя же нет телефона в твоем... в твоих карманах. Мисс Уотсон даст тебе мой номер. Удачи, команда. Его номер. Ты девушка-паука? Было бы круто, если... Хватит, Шерлок. Лучше покажи мне свой богатый выбор воды. В городе немного спокойнее. Майлз следит за пиром, МДЖ ищет средства от дыхания дьявола. Пора найти Отто и сорвать его планы. Юри, пора выходить на след босса. Насчет Октавиуса ничего? Нет, ничего. Криминалисты даже не могут поработать на Таймс-сквер. В отделе болеют все, кроме стажеров. Возможно, я что-нибудь найду. Сообщу тебе. Хищение в крупных размерах – норма для рынка продуктов. Парни, не переедайте! Подкрепление прибыло! А где мои подкрепления? Бежавшие преступники воруют еду у нуждающихся. Человечество в кризисе.
угнали автобус. Происшествие в районе Devil Shelf. Этим заключенным не... Ладно, я вытащу вас с острова. Обратно на остров Райкера. Беглецы не придумали на свободе ничего лучше. Начали бы вязать или... Контроль вызывает агентов в Devil's Shelf. Доложите. Окна помыть? Еще 10 в подарок. Вот почему я решил не сдавать на права. Из-за прыжков на паутине. Человек-паук, ты готов помочь? Решил, что вам это нужно. Ты не знаешь, с чем мы столкнулись. Я никогда не видел ничего похожего на это дыхание дьявола. Криминалисты замучились. В новостях говорят, что здесь Отто выпустил дыхание дьявола. Возможно, я найду следы отравы. На этой табличке следы какого-то вещества. Возможно, возьму образец. А ты лидерная последовательность. Многообещающая. CPF-1 модифицированный аскорб. Это точно оно. Может, смогу отследить путь распространения? След идет в нескольких направлениях. Нужно выбрать одно.
след ведет в эти отверстия. Что там делал Отто? Здесь должна быть дверь или люк. Мрачновато. Надо как-то включить свет. Да будет свет. О, здесь был плацдарм Отто. Побег из тюрьмы – идеальная маскировка для проникновения. Носорог. Мой второй любимый русский. Отто записывал послание для команды. Алексей, я много лет слежу за твоей карьерой. Мир считает тебя идиотом, а я вижу воина. Отто создал средство, чтобы освободить носорога от костюма. Одно правительственное агентство не сделало это за много лет, а Отто смог за несколько дней. МакГарган, он же Скорпион, он же псих-психованный. Я редко признаюсь в подобном, мистер Гарден. Но уплата ваших долгов оказалась делом более сложным, чем я ожидал. Вы задолжали требовательным людям. Но после операции с водохранилищем ваши финансовые обязательства тоже будут ликвидированы. Вот Октавиус умеет убеждать. Норман. Мне кажется, что я вижу его... Вот ты искал слабые места в технике Соболя. Аскорб проник во все сферы. Энергетику, связь, безопасность. Стервятник. Я бился с ним чаще. От источника энергии у него рак спинного мозга. И Отто разрабатывает для него лекарства. Какая горькая ирония, Эдриан. Твои чудесные крылья сотворили такой ужас с твоим телом. К счастью, теперь ты работаешь на меня. Электро. Главная мечта Электро – стать чистой энергией. Док модифицировал его костюм, на шаг приблизив его к цели. Макс, когда ты впервые рассказал о своей мечте, я решил, что ты безумен. Чистая энергия? А это еще что? Отто строил планы с помощью карты, но она пуста. Может, я что-то упустил? Ультрафиолет. Хм. Ничего. Надо как-то включить эту лампу. Вот так. Отто движет ярость. Нейроинтерфейс ее усиливает. Но его ненависть настоящая. Он уничтожит весь город, чтобы причинить вред Норману. Мартин Ли. Совсем не тот человек, которого я знал в пире. О, Мартин. Когда я впервые понял, что это ты нападал на Отто? Похоже, Отто и Ли многое связывает. Как давно они знают друг друга? Поручил злодеям уничтожить имущество Аскорб. Он пытается по кирпичикам разобрать империю Нормана. Ли занимается средством Скорпиона, трат носорогу поручено. Электро занимается электрост. Почему стервятник на Таймс-сквер? Нужно быть начеку. Последний этап – прямое нападение на Аскорб. И, скорее всего, на Нормана. Похоже, Док тайно работал над ядом Скорпиона. Он содержит мощный галлюциноген. Сколько людей понадобится? Подсчитаем. Сначала какая-нибудь катастрофа. Ураган, землетрясение или чума.
Затем атаки на энергосистему и службу помощи Аскорб. Устроим в городе хаос. Пусть люди увидят, каков Норман на самом деле. Да, всего лишь горстка людей. Полдюжины, не больше. Зловещая шестерка. Икар, вот оно. Человек-паук. Мы не представлены должным образом. Я... Отто Октавиус. Никакого Икара нет. Верно. Мартин и сам отлично справится с охраной вакцины. Икар просто уловка, чтобы заманить тебя на точку. Что за точка? А? Подкинуть? Какой приятный работодатель Октавиус! Планы Б для всех планов Б! МДЖ, привет! Пит, ты в порядке? Что происходит? Да-да! Послушай, Ли охотится за вакциной! Мы должны найти лабораторию Аскорб раньше него! Уже ищу! Я поняла все разрешения на строительство в городе. Если запись есть, я ее найду. Прекрасно! Ладно, на связи, МДЖ! Не вышло? Потрепало. Теперь план Б. Командная работа — волшебная штука. Позволяет достичь невозможных целей. Например, убить Человека-паука. Ты почти согрел мне душу, Электро! Тюрьма пошла тебе на пользу, правда? Каково это — встретить того, кто сильнее тебя? Эс, твой выход! Привет, Эдриан! Это я, Человек-паук! Что за чушь ты несешь? Никто не понимает моих шуток! Наша долгая вражда закончится сегодня! Вражда? А я думал, тактика взаимных уступок. Да, я ошибся в оценке отношений! Ослабить защиту. Следующий раз все. Секундочку. Человек-паук! Я должен сломать тебя. Есть! Ты понял шутку? Я так рад, что почти готов сдаться. Почти. Если честно, поодиночке вы мне нравились больше. Удивительно, чего можно добиться командной работы, правда? Энергия молодости и мудрость опыта. Идеальное сочетание. Как кошка с собакой. Ну да. Удалось.
нет шансов! Да, мы молодцы! Не хочу вас огорчать, но, кажется, вы неправильно оценили ситуацию. Не попал, Марк. Как обычно. В другой раз не выйдет! Ты так нетерпелив, Электро! Не жалуюсь, просто говорю! Нетерпение! Он на чеку. Надо оглушить или удивить его. Готов, остался еще один. Сколько уже раз мы вот так танцевали, Эдриан? 10, 20. Что происходит? Электро заземлили. Человек-паук, полагаю. Если бы ты и правда любил этот город, ты бы помогал мне разоблачить Осборна. Убивая невинных людей? Я восстановил бы порядок. Ты болен. Тебе нужна помощь. Мне не нужна помощь. И мы не остановимся, пока Норман не получит за все. Ненавижу, когда они заодно. Сейчас только отдышусь. Ох, который час. О, черт! Надо связаться с Юрием. Юрий, стрелетник и Электро, все. Остались четверо. Я видела. А еще... Я видела взрыв на Таймс-сквер. Я предполагаю, тут имеется связь. Ты все понимаешь. Эта крыша была плацдармом. Октавиус использует злодеев против Оскорб. Стервятник и Электро атаковали электростанции. Цель Скорпиона — очистные сооружения. Насчет носорога пока не знаю. Что-то на побережье. Для начала этого хватит. Ты пойдешь за Скорпионом? Да. Город и так еле держится. Если останемся без чистой воды, это конец. Я свяжусь с тобой. Хороший план. Об этом я хотел спросить тебя. Я да, а вы с моей в гуще событий.
У нас много дел, но людям нужна помощь. И я лучше буду делать что-нибудь, чем ждать, пока кто-то все исправит. Понимаешь? Да, я слышал. Позаботьтесь о своей защите. Маска и перчатки. И время от времени отдыхайте, особенно Мэй. Никто не заставит эту женщину отдыхать, если она не хочет. Но я постараюсь. Спасибо, Майлз. Обними Мэй от меня. И береги себя. А Скорпиона не вижу. Пожалуй, взгляну поближе. Будь я наемником в костюме Скорпиона, где бы я был? Позади тебя! Я бы сразу тебя прикончил, но мне платит Октавиус. И он хочет тебя помучить. И я не против. Черт! Что он мне вколол? О, это... Это что? Море яда? Нет, это не по-настоящему. Это действие яда. Но рисковать нельзя. Надо забраться повыше и разобраться, чем он меня отравил. Вроде безопасно. Надо исследовать нейротоксин и создать противоядие. Скорпион расширил ассортимент. Галлюциногенный нейротоксин. Мозг создает кошмары, а тело думает, что это взаправду. Надо быстро сделать противоядие. Начнем с натурального стероида. К примеру, подойдет экстракт белой эклипты. Тут рядом оранжерея университета. Там есть эклипта. В теплице должна быть эклипта белая. Вот оно. Это наяву или в голове? Может и так, и эдак. Док? Галлюцинации становятся сильнее, но ты справишься. Док, вы как-то... Как у меня было до подключения к нейроинтерфейсу. Я всегда был одержим. Интерфейс лишь позволил мне эту одержимость реализовать. Я разберусь. Помогу. Как-нибудь. Ой, Питер. Вечно ты берешь ответственность. Вот и белая эклипта. Вот и белая эклипта. Она поможет мне на какое-то время. Для антидота мне нужен антитоксин. На одной из станций Гарри делали синтетический атропин. Мне надо скорее туда. Гигантские скорпионьи хвосты. Прекрасно. Спасибо, мозг. Как ты, паук? Чувствуешь, как конечности холодеют от ужаса? Скорпион? Как ты узнал мой номер?
Вечно ты задаешь не те вопросы. Как я тебе звоню? А звоню ли я тебе? Возможно, я лишь боюсь твоего умирающего мозга. Когда выведу из себя этот яд, ты у меня получишь мозг. Букашка разошлась не на шутку. Удачи в погоне за розовыми слонами. Исследовательская станция. Мне нужен атропин. Надо поп атропин нашел. Атропина нет. Опять. Ты опоздал, как и в случае со мной. Вы не такой, док! О нет, это и есть я. Тот я, которого общество сочло неудобным. Та часть меня, которую я подавлял. Но ты помог мне избавиться от такого. Я вам помогу, клянусь! Хватит себя обманывать! Ты никому не помогаешь! Отрава не в тебе. Ты сам отрава! Ты губишь всех вокруг! Не убегайте от меня! Дайте мне шанс! Мне от тебя ничего не нужно! Ты неудачник в жизни, в любви, в работе. Ты несешь только боль! Нет! Стойте! Я не отступлюсь! Поговорите со мной! Я могу помочь! Вот он, атропина! Надо изготовить антидот. Нужно вернуться в лабораторию. Ты все еще с нами? И почти исцелен. Простите, что сорвал вам план. О, не волнуйся, паучья башка. Тебя ждет множество сюрпризов. Мы очень скоро увидимся вновь. Обязательно. Время на исходе. Надо смешать антидот. Вот. А по-моему, это моей территории. Ты такой же, как Осман. Хочешь украсть мои труды? Все, что будет дальше, на твоей совести. Думал, я про тебя забыл. Скорпион? Ты хоть настоящий? Ну, сейчас узнаешь. Вот мой момент. Опять галлюцинация. Хорошо, хоть на сей раз довольно хилая. Да куда проще? Ты просто яд, который хочет меня отвлечь. Ну давай! Один есть! Пытаться бить его нет? Ты неудачник! И всегда только им и будешь! Он меня провоцирует. Готов. Вот так. Еще немного.
началось бы лучше, и ты это знаешь! Мне нужно сосредоточиться на деле. Еще один есть. Тоже мне... Остался один. Надеюсь, это последний. Я еле стою на ногах. Вот она, центрифуга. Наконец-то. Время на... Я уверен, работала. А где мой костюм? Я слегка переборщил с обеззараживанием. А надо бы одеться. Другое дело. Сделаем вид, что ничего этого не было. В голове туман. Надо развеяться, чтобы остаток яда выветрился из организма перед следующей дракой. Прошвырнусь по городу. Я занят. Но на то, чтобы поколотить отпетых преступников, время у меня всегда найдется. Привет, МЖ. Можно задать тебе один непростой этический вопрос? Имеем ли мы право отказываться от друзей? О, Пит, ты про Отто? Что, так очевидно? Да, я тебя понимаю. Возвышенная часть меня хочет сказать: нет, настоящий друг всегда должен быть рядом, даже когда люди заблуждаются. Но то, что сделал Отто, даже не знаю, Пит. Думаю, тебе нужно решить, есть ли еще тот Отто Октавиус, которого ты знал. Ты был ли когда-нибудь вообще? Да, наверное. Спасибо, МЖ. Думаю, мне надо все обдумать. Звони в любое время, Пит. Поговорим. Всегда знал, что от этого соба... Может, мне кажется, но, по-моему, у вас ко мне личная неприязнь. Так, нужно заняться Скорпионом, но я еще не видел тетю Мэй после пожара. Пожалуй, забегу в пир. Так.
тебя больше не попаду, Зарин! Контроль агентам. Какова ситуация в Номаде? Наблюдательный пункт развернут. Ожидайте донесений. О, вечеринка на крыше в мою честь? Даже с прожекторами? Держать дистанцию! Рассыпаться! Интересно, Соболь пла... Отряды в Марихилле. Дайте отчет о ситуации. Мы приказали толпе гражданских разойтись. Проводим задержание несогласных. А вот еще агенты. Я смотрю, на моей паутинке огромный спрос. Сдавайся! Укрытие! Митингующие под арестом. Что творится с городом? Это Соболь контроль. Какова обстановка в Бауэри? Блокпост действует. Разрешается открывать огонь на поражение. Если не вмешаться, кого-то могут ранить. Или хуже. Не-а. Так мы в нашем дружном районе с людьми поступаем. Жень, у тебя все хорошо? Да, я просматриваю записи от Скорпа. Слушай, это совершенно не в тему, но помнишь, как мы ездили на встрече на Эллен Скайе? Чтобы найти лучшую пиццу в городе, как такое забыть? Колесили 10 часов ради подгоревших тостов с холодным сыром. Что-то в этих старых папках от Скорп напомнило мне о тех днях. Гарри был так доволен поездкой на пароме. В те времена все было гораздо проще. Никакой работы, никаких суперзлодеев. Мы могли потратить целый день на поиски дрянной пиццы, если захотелось. А сейчас, кажется, если мы вздремнем, мир сразу развалится. Это точно. Но то, что мы делаем, пытаясь не дать миру развалиться, это ради того, чтобы другие ребята могли безмятежно исследовать бистро на Стейтон-Айленде. Круг жизни. Круг дрянной пиццы. Да, ты прав. Отличная точка зрения. Спасибо, Пит. И здесь, пока Майлз не вернется, лучшее, что мы можем сделать, это накормить всех. О, Питер, как я рада тебя видеть. Ты как? Здоров? У меня все хорошо, а как ты, Мэй? Очень занята. О, позволь мне... Ничего себе! Я в норме. Мэй, помнишь, ты сказала... Нужно смириться, что я человек, такой же, как все. Ты, Бен... В
вы мастера обращать мои слова против меня самой. Все хорошо, Питер. Я просто немного устала. А где Майлз? Не помогает? Он помогает. Он пошел забрать медикаменты из центра помощи. Удивительно, как быстро у нас заканчиваются антибиотики. Ясно. Постарайся отдохнуть. Я организую разгрузку и встречу с Майлзом, хорошо? Хорошо. Придется смириться с тем, что и у меня есть слабости. Ну же, Майлз, ответь. Не заставляй волноваться о тебе и Мэй. Тише, тише. Вот тебе и легкое дело. И вот это все сделала кучка зэков. Больше похоже, что здесь прошел бульдозер со взрывчаткой. Назад нельзя. Пиру нужны антибиотики. Видел, как здоровяк его врезал? Слышь, я что-то слышу. Нужно отвлечь его. Может, софт для взлома? Стойте! Есть пара секунд. Никто не засунет меня просто в клетку. Я мог бы перепрыгнуть через стену. Медицинский контейнер в палатке. Это будет легко. Видел, как он прошел. Марля, йод, но никаких антибиотиков. Ищу дальше. Они оба такие, но хоть на нашей стороне. Вы двое, давайте сюда. Это можно закончить. Просто выдай нам точки и расписание. Лекарство есть там. Надо пройти мимо этих типов. Почему суперпарни уничтожают эти центры помощи? Кто это было? Все из-за Осборна. Хотят показать, что он слаб, но не может защитить город. Звучит очень мало. Пока мы берем все, что находим и хотим взять, мне наплевать. Ну да. На черном рынке за это дадут целое состояние. Давай копать дальше. Эти из Соболя выдали координаты? Кто тебе вещи? Ну да. Теперь здоровяк в одиночку крушит станции. Он просто ходячая бомба. Это все его русская кровь, чувак. Делает безумие. Это обидно. У меня бабка русская. Бабка? Разве это не значит, что ты тоже русский? Что? Нет. Чувак, хватит про мою семью, понял? Еще одна палатка с припасами. Пара пакетов первой помощи. Но антибиотики. Лучше избегать снайпера. Медикаменты. Ну давай, ящик, ну уже. Наверное, зря мы сошли. А, амоксициллин. Прекрасно. Это очень большой человек. О, нашел взрывающийся бульдозер. Маршруты и расписание! Живо! Я сказал! Джентльмены, простите. Мой напарник не учтив. Он не владеет тонким искусством убеждения. Зря я это увидел. Что это? Проверь. Живо. Он меня не видел. Надо выбираться отсюда. Кто здесь? Выходи! У меня нет времени на игры. Теперь мы играем со светом. Я поиграю с твоей рожей! Выходи! Я обещаю, что не раздавлю тебя! Не смотри на меня! Не смотри на меня! Где же ты? Вот и всё! Он меня не видел. Надо выбираться отсюда. Кто здесь? Выходи! У меня нет времени!
нет времени на игры. Теперь мы играем со светом. Я поиграю в твоей... Выходи! Я обещаю, что не раздавлю тебя. Не смотри на меня! Не смотри на меня! Где же ты? Еще немного. Мне это не нужно. О, ужас. Повезло. Нужно валить наверняка, выход уже близко. Хватит со мной играть. Где? Ты! Ой, ой-ой-ой-ой! Ой, черт! Надо выбираться отсюда! Не прячься! Может, там я буду в безопасности? Я найду и раздавлю тебя! Вот, тот контейнер! Там! Это выход, попробую другой путь. Ты не спрячешься! Надо, чтобы он отошел оттуда. Вперед, вперед! Ветра в поле! Ненавижу искать ветер в поле! Надо сообщить Мэй, что я нашел. Отстань от меня! Отдавай бумажник! Помогите! Отцепись от него! Это ты зря, паренек! Нельзя же вот так толкать людей! Что? Вот так? Ладно. Смелый малыш. Напрячь ноги. Что он несет? Через секунду он уже ничего не скажет. Воу. Хочешь попробовать? Не, я в порядке. Хочешь попробовать? Надо поработать над фразами для драки. Майлз, эй, я пытался дозвониться. Живой? Слушай, только не злись, но мне нужно кое о чем тебе рассказать.